Всем привет, у нас в продаже появляется Hyundai Solaris 2012 года выпуска с объемом двигателя 1,6 литра, который вез 123 лошадиные силы. Задний рассеян у нас в хорошем состоянии, передний рассеян у нас также в хорошем состоянии. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. У нас присутствуют передние электростеклоподъемники, хорошая штатная мультимедиа, обогрев заднего стекла, кондиционер и два подстаканника. Если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные можно найти в объявлении. Приобрести автомобиль можно за наличный расчет по системе 3DN, либо в автокредит. Автомобиль находится в аукционе ZIP Auto, всех ждем.